Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня у нас очередная посылка от компании Диагостини с новыми номерами для нашего УАЗика. Вот такой он у нас получился с вами последний раз. И сегодня мы с вами его кардинально обновим. Почему кардинально? Смотрите! Вот про что я говорю. Вот такой классный УАЗик у нас уже получается. Кому интересно, смотрите сборочку дальше. Посылки у нас с вами очередные. 4 номера. Маленький 32. Маленький 29. Средненький 31. И здоровенный 30 номер. Ну что, приступим к сборочке. В этом номере у нас глушитель. Берем кронштейн, вставляем, прикручиваем. Далее берем детальки. Они с пазами. Тут тоже пазы. Вставляем. Все пронумеровано, ну точнее написано А и внизу А, и тут на детали написано Б и внутри Б. И опять прикручиваем. Точно так же выемка, паз, прикручиваем. Прикрутили. Кстати, смотрите, вот здесь хорошо сделано. Литье хорошее. Видно, что это как будто хомутиком поджато. А здесь не пропечаталось. Ну что поделать. Китай. Закрываем. Скручиваем. Готово. Берем нашу модель. Берем наш глушитель. Я поступлю немножко другим способом. Чтобы легче мне вот эти вот маленькие детальки держать, я сначала прикручу держатель к трубе. Там есть паз, ошибиться невозможно, чтобы мне его потом не в руке держать. Вот, потом я завожу трубу сюда, вот там цепляется, а здесь уже втыкается в двигатель, в коллектор. Все, в коллектор воткнулось, здесь везде все воткнулось, и теперь мы, как говорится, прикручиваем уже все по месту. Мне кажется, так легче и удобнее, когда у тебя ничего не болтается. А то сначала прикрутить эту маленькую детальку к заду, потом снизу переворачивай, прикручивай. Вот, и так у меня уже все эти поломанные рычаги. Я их частично даже снял. Так, что у нас дальше? А дальше у нас следующий номер. Номер 30. На данном этапе является самым большим. Снова постер. В этом номере у нас бачок омывателя и дно модели. Солидно. Весомо. Так, давайте соберем бачок. Захлопываем. Прикручиваем. И вставляем пробочку. Все, номер собран. Эта часть в сторону. Вскрываем новую часть. Снова постеры. Это из других версий сборки. Мы с вами собираем обычный УАЗик. Дальше будет ВАИ и комендантский. Перекладинка. Прикручиваем сюда. Это как декор элемент. У пола должна быть перекладина. Не знаю, почему они ее не отштамповали. Ну, пускай будет так. Собрали. И теперь соединяем. Но смотрите, пол у нас вот так должен быть. Соответственно, аккуратненько, чтобы ничего не гуляло. Давайте что-нибудь подложим.
сначала наживлю, чтобы все село по своим местам, а потом с вами все протянем. Очень тонкие ушки, материал силюмин, будьте аккуратны. Еще один номер собран. Вот такой у нас получается пол. Большая уже модель. Ну, в сторону вскрываем еще один номер. Крайний на сегодня, 32 номер. В этом номере у нас бензобак. По совокупности блок под батарейки. Приступим. Собираем горловину. Крышка просто втыкается. Получается у нас заливная горловина. И далее мы ее прикручиваем на свое место. Далее топливный насос. Далее берем вторую часть. Берем выключатель. Разворачиваем его и прикручиваем. Маленькими болтиками. Как и в Победе, в УАЗике тоже батарейный отсек реализован в баке. Ну, в УАЗике вроде два бака. Я так понимаю, что питание будет расходиться по разные стороны. Ну, в принципе, смотрится неплохо. Снизу будет особо и не видно этот выключатель. Так, далее выводим разъем в отверстие. Бумажку тоже пропихну сюда. И соединяем. На этом сборочка этой посылочки подошла к концу. Но наша сборочка еще в самом разгаре. Я прям-таки вижу отверстие под установку мордочки. Ну, красивее же, правильно? Давайте перевернем и прикрутим. Чтобы не ошибиться, какие болты, будем аккуратненько проверять. Но самое главное, мы понимаем, что металл в металл, это будут у нас болтики. Проверяем. Болтик ПМ. Идеален для нашей задачи. Проверяем, есть ли еще у нас болтик ПМ. Да, есть. И из этих же номеров мы их просто вытащим, да сюда прикрутим. Потому что они все равно идут запасные. Смотрите, кстати, по поводу того, что отвалится. Нет, тут есть упор, и в принципе дно не отломит эти ушки. Так что особо переживать не стоит. Не должно. В принципе, не должно. А мы с вами любуемся мордочкой и установленным капотом. Ну, симпатично же, согласитесь, симпатично. Ну что, давайте примерим это на шасси. Но вы, наверное, меня неправильно поняли. Примерим на шасси означало не на нашу модель, а именно на шасси. Ну, на данном этапе шасси у нас с электроникой совсем. Это дело надо будет нам снять. Вот. Но что я хочу сказать. В принципе, вот эта компоновка, она подойдет сюда. И я думаю, что вот такой проект вам понравится больше. Просто надо все будет дело осадить пониже, все прикинуть, как, что. Здесь, в отличие от УАЗика, работает подвеска. А вот теперь реально давайте примерим наш кузов, который получается, на нашу раму. Друзья, не знаю, конечно, как она будет потом прикручиваться. Возможно, что-то будет промежуточное, но крепежи как-то не туда встают.
А кому мы педали делали, друзья? Вот так вот будет становиться. Вот так. Но педали, которые у нас внутри, они так и остаются внутри. Они никак сюда не попадут, смотрите. Никак они. Вот это отверстие, они не попадут. Они просто не там находятся, совсем не там. Ну что, вот такой у нас получается. Как вам? Ну все, ждем новых посылочек. Всем спасибо за просмотр. Пока.